Доброе утро. Всех с пятницей поздравляю. Как меня слышно? Давайте разбираться с тем, что вчера произошло и что ждем сегодня. Удивило голосование по фунту. Ау, слышно? Нет? Поставьте плюсики. Ау. Ну да, походу та же задержка так и остается. Спасибо. Удивило голосование Банк Англии. Я жду, который день жду не 8-1 голосование, да, а 7-2. Вот, а по факту смотрите, что получилось. Получилось 9-0 вообще. То есть, если прошлые два раза был хотя бы один человек в Англии, который голосовал за повышение ставок, то сейчас не осталось никого. Собственно, это и не дало фунту вырасти вчера. Ну, на самом деле, потому что это, ну, не очень хороший показатель для Британии. То есть, получается, что если раньше были хоть какие-то наметки, что по фунту ставка все-таки поднимется, вот, то сейчас, похоже, это придется забыть про это. Ну и тоже подтвердил Марк Карни, то есть его выступление, собственно говоря, не было никаких наметок на то, что все-таки... и речей о повышении ставок. Ну вот, собственно, поэтому такая реакция по футу вчера была, если вы видели. По США данные тоже были не очень хорошие, на самом деле. Снизилась производительность. Заказы производства снизились. Ну, не сильно, конечно, но тем не менее, тоже как-то не очень хорошо, на самом деле. Поэтому... вчера особых таких движений и не получилось, потому что были данные не очень хорошие и по Британии, и по Европе, и по США, соответственно. Сегодня пятница, сегодня нон-фарм. Традиционно нон-фарм я не торгую, но смотрю. То есть, если будет явно какой-то вот прям перевес, ожидается снижение до 190 тысяч, вы видите. Посмотрю. То есть, если будет явно какое-то прям, ну вот, понятное движение, то есть с коррекцией. Может быть, влечу и прям по рынку. До этого, конечно, ордера стоять не буду. И, собственно говоря, и вообще сделки я все перед нон-фарм традиционно закрываю. Поэтому все то, что вчера было открыто, собственно, все закрыто уже. Ну вот, собственно, безработица 5%. Я вам говорил, что если выйдет 4,9, это будет очень положительный сигнал. Но судя по тому, какие данные вышли по Америке, вряд ли мы увидим выхода за барьер 5% и 4,9%. Собственно, все. То есть, все остальное по сравнению с NoFarm отлетает на задний план. Поэтому смотрим только на него. Я рекомендую, повторюсь, каждый раз говорю, что не забывайте, те, кто пытается торговать ордерами на NoFarm, не забывайте регламент. Если будет во время выхода новости гэп, соответственно, сделки в гэпе открываться не будут. Сделки будут открываться по первой котировке после гэпа. Поехали. Посмотрим, что у нас на графиках. Начнем, как обычно, с евро-доллара. Понятно, что цена все-таки достигла, почти достигла 12.54, цель, которую я ставил. Отсюда жду все-таки коррекцию. Вчера не дали нам войти в рынок снова. Жаль, конечно, что не получилось снова войти. Вот. Что жду? Жду коррекцию опять какую-то. То есть куда? Пока вопрос сложный. Да? Давайте просто вот попробуем повесим фибы и посмотрим уровень коррекции. Собственно говоря, первый уровень 11.64 и второй уровень 11.93. Ну вот так как-то. То есть линии здесь не проведешь. Обо что-то опереться тяжело. То есть понятно, что сегодня пятница. И если мы видели два дня
роста. Соответственно, сегодня будет фиксация позиций, скорее всего, перед уходом на выходные. Вот, поэтому коррекцию я в любом случае жду. Где она становится, будем смотреть по текущей ситуации. Предполагаю снижение даже чуть пониже. Предполагаю все-таки снижение обратно к зоне 1.1070 и какую-то стабилизацию в этом диапазоне. А вообще глобально получается, что мы перескочили ступеньку и ушли в новый диапазон. Это 1.10 на 1.12 на текущий момент пока сейчас. Вот, ну, пока думаю, что тренд я пока не вижу смысла организовывать новый тренд. Драйверов движения я не вижу здесь. Поэтому пока вот так работаю пока в диапазоне. Рекомендаций нет, конечно. Какие есть рекомендации? Понятно, что эту коррекцию продавать, естественно, против такого движения нельзя. Покупать здесь я тоже не вижу вариантов, где. Швейцарский франк. Ну, тут тоже, что, собственно, и предполагалось. Понятно было, что мы этот тренд пробьем. Понятно было. Новая поддержка где? Ну, вот я вам говорил, что ниже 99.98 можно продавать. Те, кто успел продать, хорошо. Какое-то снижение по франку еще возможно, конечно. Ну, опять, четкую зону здесь определить пока сложно. То есть, ну, давайте поставим пока в качестве ориентира ценового. Поставим по франку зону вот такую, 98.30. Ну, еще на фигурку. Вот. Но причем это как-то вот сползание должно быть без евро, потому что евро я пока выше 12.50-13 я пока не вижу. Ну, не с чего пока вроде бы как. Поэтому по франку сегодня тоже жду диапазон, коррекцию наверх. Под единицу 99.90 примерно. Вот откуда, в принципе, можно было бы открывать позиции на продажу, если бы была не пятница. Фунт-доллар, в отличие от евро, не вырос. Почему? Потому что, опять же, голосование прошло крайне плохо. Я не ожидал 9.0, честно говоря. Вот. Ну, собственно, видимо, никто не ожидал. Поэтому вот по фунту такая вот свистопляска вчера и была. Практически в течение там 10-15 минут на фигуру вверх-вниз. Соответственно, по фунту рекомендации все те же самые. Ждем коррекцию к 45 сверху сегодня. И цель по-прежнему 46.91. Доллар иена чудесно просто идет к нашей цели. Я прям вот прям приготовился ее покупать. Покупать начну уже от 116.50. Максимальный объем я возьму 116, если покажем. Переворот обязательно буду делать, потому что, смотрите, по неделям-то рисуется непонятно какая конструкция, но что-то такое похоже на разворот, соответственно. Вот, и поэтому, если мы все-таки прошьем зону 116, ниже 116, вот ниже вот этого вылета, 115.50 он был, насколько я помню, буду переворачиваться, и там цели будут, конечно, громадные. То есть, если вдруг эта штука пробьется, мы полетим в 106, это тут без вопросов. Единственное, что надо быть аккуратнее, Банк Японии явно объявил, что будет следить за этим, за всем. Вот, поэтому я еще раз повторюсь, жду отскока от 116, я там точно буду покупать. Потому что, еще раз говорю, несмотря на это резкое укрепление, связанное с выходом в кэш из фондов, тем не менее, политика Банка Японии осталась неизменной. Целевой уровень инфляции еще до него далеко. Вот, и я думаю, что Банк Японии будет все делать для ослабления собственного курса. Поэтому 116 я буду покупать, переворачиваться на фигуру ниже 115.20. Австралийский доллар вне пока рынка, повторюсь. То есть мы можем нарисовать какой-то вот ценовой диапазон. Я предполагаю здесь дальнейшее движение наверх, потому что здесь австралийцы, собственно, больше ничего не сдерживают до зоны 73. Ну да, 72.80 уже. Поэтому покупки 71.48 со стопом 71 ровно. Но я не полезу в него, потому что, ну, мне не нравится ситуация. Как и новозеландский доллар, то же самое. Нет четких зон, нет четких точек входа, пока это вне рынка. Канадский доллар тоже рисует какую-то непонятную модель. И тоже похоже, что разворотная. Но здесь, вы помните, то есть, так как он зависит категорически от курса нефти,
Соответственно, здесь прогнозировать сложно что-то. Вот. На текущий момент у нас есть уровень поддержки и молот на дневном графике. Причем молот достаточно сильный. Поэтому сегодня по нему тоже жду коррекцию наверх. В район 38.95, соответственно. Можно рекомендовать здесь покупки по цене 36.60. Цель 38.95. На повторение 39, на повторение движения. И стоп 36, ну ниже 36, 35.90. Золото пока тоже для меня сюрприз, такой рост. То есть я предполагал, конечно, рост 11.45, вот, но такой рост, конечно, в 11.56, это уже для меня пока лишнего. По-прежнему рекомендаций здесь нет. Дошли мы до нисходящей зоны дневной. Ну вот как-то пока да, пока так. Сильные у меня, как сказать, сомнения, что пойдем по нисходящему тренду. Мне очень, скажем так, очень похоже, что это будет пробой. Во-первых, здесь дивергенция недельная у нас. И потом, вот такой спрос на золото, он обычно так просто не кончается. Поэтому здесь я не буду продавать, я подожду какую-то разворотную конструкцию именно по дневному графику, даже не по часам. Вот. Но вообще я ожидаю здесь, скорее всего, пробой все-таки наверх. Поэтому настраиваться на покупки выше 11.66, ну и цель там 1.12, который я ждал еще с начала прошлого года, если вы помните. Цель вот повешу прям 1.12 для начала. Ну и если нарисуем разворот по свечам, по дням, то ли, либо падающую звезду, либо вечернюю звезду, соответственно, можно попробовать продать. Но повторюсь, я жду, скорее всего, пробой. Рубль, все, рубль застрял в диапазоне. Где-то я тут в другом месте отрисовывал. Вот, рубль у нас в диапазоне, в треугольнике опять застрял, так как нефть, полная неопределенность, зависла в воздухе, рубль точно так же завис в воздухе, соответственно. Здесь ожидаю на сегодня торговлю. На сегодня, даже на эту следующую неделю, 75.50 на 78. Ну, как-то вот так. Тоже касается евро-рубля. Brent, вот. То есть Brent, все, Brent. Похоже, быки с медведями взяли себе перерыв. Нефть консолидировалась в узком диапазоне 34.20 на 35.50. В принципе, можно поторговать в нем, но я вот пока определенности не вижу, поэтому предпочитаю пока ничего не делать. Вот такой коротенький обзор пятничный. Я сегодня делать ничего не буду, так как нон-фарм посмотрю, повторюсь. После нон-фарма, возможно, в первые там 5-10 минут, когда все устаканится, если будет понятная ситуация, войду в рынок чуть позже. Вот, ордера до этого ставить, конечно, не буду. На сегодня все, вопросы. Время у нас еще 15 минут, так что, если есть какие-то вопросы, задавайте. Появились вопросы. Бай на иену. Ну, бай на иену, да, поторопился, конечно. Мы вчера говорили с вами, что если есть цель 116.50, ну, она притягательная, и рынок, как правило, да, ну, будет стремиться к этому. Вот. На самом деле, если уж говорить, покупка не страшная. Рост я, ну, почти однозначно жду, потому что, повторюсь еще раз, что... Редко слышишь от Банка Японии такие вот жесткие заявления по поводу ослабления курса. Поэтому я подозреваю, что все-таки Банк Японии здесь будет стоять на страже. Вот. Ну да, наверное, стал стоп. Только не 115.50, 115.30 надо ставить.
Это же иена, ее нельзя так вот прям ровно ставить. 115.30 ставьте. Фунт иена, да, у меня была вчера продажа, я ее не анонсировал, конечно, потому как была неоднозначная продажа, соответственно. Вот. Тем не менее, здесь нарисовался, посмотрите, Head & Shoulders, достаточно симпатичный, 4-часовой. То есть вот у меня была продажа вчера по 171.98, соответственно. Я ее уже закрыл, потому как, ну, почти отработала модель, высота уже. На текущий момент, пока сейчас, по нему рекомендовать пока особо нечего. Какое-то снижение я еще жду. Почему? Потому что жду снижение немножко по иене и коррекцию по фунту, соответственно. Поэтому я здесь жду снижение еще небольшое в район 168.70. Вот. Ниже пока не жду. Новых сделок открывать пока... Ну, можно попробовать прямо отсюда, прямо по текущим ценам, это по ступеньке продать ее. Вот. Но цель тут небольшая, цель вот буквально в район 169. А так и нашел здесь красивый, да, действительно. Не отнять. Доллар иена еще раз. Руслан, тут нечего говорить по доллар иене. 116 покупка, 115.20 переворот. Фунт евро. Я, Руслан, не знаю такую валютную пару. Фунт евро, я знаю еврофунт. Что по нему? Ну, давайте посмотрим. Понятно, что сейчас евро в приоритете перед фунтом. Из-за, опять же, голосования по ставкам по фунту. Соответственно, здесь что еще? По инерции, скорее всего, евро пока еще подрастет немножко перед фунтом, соответственно. До вот до предыдущих максимумов. А потом все-таки я думаю, что фунт нагонит, потому что, по сути, экономика-то Британии-то она намного лучше выглядит, чем евро. То есть вот этот необоснованный оптимизм с евро, он когда-нибудь кончится. Вот, поэтому по еврофунту жду движения в 77.31, откуда потом сильную, прям сильную коррекцию обратно в район 75.40. Вот как-то так. Ну все тогда, если вопросов я больше не вижу, всем хорошего нонфарма, торгуем аккуратнее, всем хороших выходных, увидимся в понедельник.